Привет всем, ребятушки! Меня зовут Кирилл, и мы поиграем в хоррор. Я его долго откладывал, вот он вышел, не доходили до него руки. Да, это, конечно, сейчас не атмосферно, потому что я снимаю днем, но в наушниках все равно же. А на фоне слышна приятная музыка. В общем, хорроров тоже давно не было на канале, так что давайте приступать. Она будет, ну, скажем, больше повествованиями, чем происходящее на экране. Ну, то есть, я так обзор глянул, толком ничего не разглядел. Ну, что-то там, короче, произошло с писателем нашим. А мы будем узнавать, что именно произошло. Ну что ж, поехали. Субтитры, надеюсь, включены были или нет. I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finishing. Так, окей. Что это у нас тут написано? По-английски непонятно. Ладно, все равно. Так, окей, мы оказались в нашем особняке, да? Тут атмосферненько у вас. Ну ладно. Как тут дверь открывать? А, это, короче, на движке амнезии, да? Точнее, в духе. Блин, что-то так темно. Ну, во-первых, я играю днем и засвечу, наверное, картинку немного. Поэтому я реально ни хера не вижу. Но первое, что я могу вам сказать, графика здесь зачетная. Вот. Так, что тут нам надо делать? Будем, короче, рассматривать окружение. Тут, походу, что-то можно было сделать. Ладно, неважно. Хорошо, можно пошарить по полкам. Игра довольно неторопливая, но события в ней будут постепенно настораживать. А дальше будет происходить такое дерьмо, что ну его нахер. Так. Да, блин. Открывай. Так, записулька. Так, одну секундочку. Где у нас тут субтитры? Жека Кристи. Русский. Русский. Субтитры включены. Странно, но чего перевода нет? А, вот. Прости за вчерашнее, ты была права. Я переборщил. Просто дело тут не во мне, дело в ней. Я стараюсь делать все в ее интересах. Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл смириться с совершенством. Но вот теперь я говорю, как мой отец. Но я буду работать над своим характером. Обещаю, поговорим потом. Я тебя люблю. Ок. Так, ну что? Да, здесь уютненько. Музычка играет. Ну, довольно много писанины, но она необходима, чтобы понять, что здесь происходило. Так, сэр, я не заходил в мастерскую, как вы и просили, хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. Так. Ни хера не видно, на самом деле, друзья. И это будет атмосферно и жутко. Так, какая-то фотография, и она вся потрепанная, затертая. Бурбон. Виски. Хорошо. Так, что у нас тут? Да, игра действительно будет неторопливая. Ладно, короче, ехаем дальше. Жу-жу-жу. Что это такое? Какой-то ошейник. Собаки. Не, картинка в игре реальный зачет. Тут ничего не скажешь.
Так, подумал, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовил тебе вкусненькое. Знаешь, я готова поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрипывал. А, похрапал. Как и мы. Простой люд. Знаю, у тебя отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Хорошо. Это слишком много записей. Ну его нахер. Давайте уже приступать к сюжету. Какая-то музыка такая настораживающая, на самом деле. Вроде бы и спокойная, но все равно. Какого хера? Я ни хера не вижу вообще, что тут. Как это, к негру в жопу залез. А, вот и свет. Свет сияет. Но все 42. Так. Яблочки. Ну, короче, тут кладовка, я так понял, да? Только для продукции. Хорошо. Даже нам дальше. Ох, ни хера не видно вообще, ребят. А, вот и появился вход. Я его, если честно, не видел поначалу, пока глаза привыкнут к этому. Так, не знаю, чем напугает меня игра, но, наверное, она действительно постарается это сделать. Так, 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 что у нас? Ух ты, блядь, что это было? Так, вы не обращайте внимания, но материться я точно здесь буду. Ну, тут никак, это ж, блин, хоррор. Тут эмоции надо выражать. Ой, заткнись. Как тебя заглушить, мать твою? О, насрать. А на улице, судя по всему, хреновая погода, ну ничего. Так, какая-то очередная записулька. Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Ага. Что у нас в полочках? Судя по всему, пока все спокойно, и это радует. Так. Пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в универмаге. Десятки людей борются за жизнь. Долгожданное открытие универмага галактика превратилось в адское пекло, когда в здании загорелась проводка. Последовавшая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. К концу дня катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни, ух ты, 37 человек и 243 раненого. А в данный момент полиция ищет ответственного за это несчастье. Владелец галактики Рональд Шеффилд отказался. Ну, короче, отказался. Окей. Молодец. Так, ладно, нахер. Валим отсюда. Что у нас тут выход? Не. Жалко. Ух ты, ёптвою мать. Я уже всрался только что. Господи, не делай этого больше, мать. Это было неожиданно. Это реакция. Рефлекс. Мать его, так. Так, я никого не вижу, а значит и монстров я тоже не увижу. Ну и хорошо, это нам на руку. Ладно, валим, ну нахер. Куда пойти? Наверное, сюда, да? У нас комната регенерируется, как я понял. Что-то в таком духе. Ну и музычка такая приятная, спокойная. Так как нам походу туда, но нет. Хрена слысого. Не пойду я туда. Давайте осмотрим все, что узнаем здесь. А я ключик нашел. Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенно. Ты обещал. I promise. Хорошо. Ключ мы получили. Вопрос, ключ от чего? Это тоже важно. Ой, ну нахер. Давай. Что у нас здесь?
Красная шапочка. Короче, это грустная история Красной шапочки. Нормальные такие, приятные картинки. Мне нравится. Эй, что это? Кто тут разбил бутылку или что-то в этом духе? Так, ладненько. Пошлите дальше, я не знаю. Давайте проверим, может, этот ключик от этой двери. Вполне себе. А как у нас тут есть инвентарь, что-то в таком духе, нет? Ну и бог с ним, наверное, автоматически вся эта система работает. Ну что ж, тогда идем в эту дверь. Какого лешего? Что это произошло? Ладно, не хочу знать. Так, это у нас детская. Как же мне неспокойно на самом деле в этой детской. Реально, сейчас мурашки по коже идут. Вроде бы идили, а ночью, наверное, был вообще полный трандец. А, что это? Погремушка, да? Хорошо. Светлое зеркальце, скажи. Кто на свете всех милее? Что тут у нас? В полках. Патроны есть? Нету. Голый Вася. Ну что ж. Так, какая-то интересная картиночка. Вроде ничего особенного она не предвещает. Ну что ж. Хорошо. Это что? Какого хрена я не могу открыть и эту дверь? Наверное, где-то внизу, судя по всему. Ну что ж, давайте спустимся туда вниз. Помните, там мячик, что ли, покатился? Какие жуткие картины, на самом деле. Кто это нарисовал? Что за ублюдок? Эй, кто там воду льет? А вот и ключ от двери. Эй, кто дверь посмел закрыть? Эй! Эй! Я умер, чуваки, я умер. Пипец. Моего отражения в зеркале нет. Так, это у нас поломанные кисточки. Ну или как их там называют. Финишит. Чё? Потерянный? Потерянным ты это заслужил. Закончи её. Окей, это был довольно отвратительный жуткий звук, но ничего. Мы все еще здесь. Так. Тут у нас ничего. Очередная записка. Мне осточертело общаться через записки. Мы живем в одном доме. В конце-то концов, как закончишь, приди и поговори со мной. До того, как ляжешь спать. Понял? Ты понял вообще? А, еще ниже можно? Четвертая полка. В четвертой полке ничего нет. Так, ну что, и как это рисовать? Я не совсем понимаю, но... Ну хорошо, я вижу какое-то козюканье. Если это так можно назвать. Ага, у нас тут кисточки. Так, хорошо, что пока все тихо и спокойно. Ну что ж, дверь открылась. А? Ребята, что с комнатой тут случилось, мать его, так? Ой-ой-ой. Дерьмо подкралось незаметно. Ребята, уровень генерируется, мать его, так. Какого хера? Эй, я такого не заказывал. Вы издеваетесь, что ли? Не, ну вы серьезно. Господи, что это было? Я не видел.
А, это окно закрылось. Хорошо. Хорошо, что я этого не видел. Думаю, что обосрался. На самом деле. Окно закрылось само по себе. Ладно, хорошо, ничего удивительного. Что у нас может быть? А, это свет горело. Я думал, он был выключен. О-о-о. Это, походу, крик. Да, да, смотрите, он подходит с ножом и хочет его убить. Но нет. Вот тут-то было. Ладно, хорошо. Я понял вас. Вы нас зачем в эту комнату попали? А? Какого хера? Вы серьезно? Эй, мужик, это ты все подстроил? Ты получишь пиздюлей, понял? Не? Свет. Жизнь смерть. Жизнь смерть. Ладно. Ходишь по кругу. Да ну нахер, да не может быть. Да ты шутишь. А, уважаемые господа, мы вынуждены мягко, но все же строго попросить вас не общаться ночью на повышенных тонах. Ваши проблемы в браке хоть и заслуживают сожаления, но все же являются вашим личным делом и должны таковыми и остаться. Они никоим образом не касаются нас, а тем более наших детей. Пожалуйста, имейте в виду, что не каждый работает свободным художником. Некоторым, чтобы зарабатывать на жизнь, надо рано вставать на работу. А, во-во, это мне как раз таки. Нам всем нужен сон. Также предупреждаем, если вы продолжите в том же духе, что и сейчас, мы будем вынуждены вызвать полицию. С уважением, ваши очень уставшие соседи. Они что-то музыку вырубают громко. Ой, короче, давай уже. А? Дверь закрылась там быстро. Какого хрена вообще? Игра, не шути со мной. Я вот класс прошел. И тебя пройду. Я тебя установил, я тебя и пройду. Да. Попахивает Тарасом Бульбой. Ну что, я закрываюсь, короче. Типа... того, да? А это записка или что это такое? Угу. Приглашение. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу, 9 июня, в часовне Святого Луки, в 2 часа дня. Ок. Угу. Ничего. А. Я подумал, какого хрена открывались-то. Меня эта картина... Видишь, какого... Что? Так-так-так, где-то я просрал ключик. Давай посмотрим. Так-так-так... Может, на том диване? Этот выход, это... Чё? Эй, нас замуровали. Не, ну вы серьезно, что ли? Я ничего не вижу. Может, здесь ключ? Ну, или что-то нарисовано, типа кода. В таком духе. Хера не вижу. Давайте это. Я настрою яркость. Потому что я вообще ни хрена не вижу, на самом деле. Так-так-так. Полноэкранные, средние. Давай, короче. А, вот, так лучше. Не, ну это слишком уже светло. Эти уже поменьше. Она еще предлагает после этого перезапустить игру. Да вы издеваетесь. О! Мать твою. 854. Хорошо, спасибо. Open! The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Выйдет. Never forget. Никогда не забывай.
Хорошо, не будем забывать. Двери, кстати, это не было. Ну ладно. Эй! Или открой. Ты прокралась в мою мастерскую. Опять, последний раз говорю, тебе нельзя заходить в эту комнату, даже если дверь открыта. Я это запретил. Это твое последнее предупреждение. В следующий раз тебе придется искать новую работу. Вот как, прям угрожающе. Ну, ёпта. А, это открыть не? Не судьба? Кто там скрипит? Я сейчас как выйду, дам в щи. Щи. Так, окей. Ну, здесь камин, уютненько, в принципе, так неплохо. Так. Что же тут? Мать твою! Это еще что такое было? Черт. Теперь я с подломанной ногой. Отлично. Что может быть лучше? Да. Выход наверх. Ух ты, блядь. Какого хрена, мать ваша? Что происходит? О, так. Хорошо. Это был хороший трюк. Согласен. Ох, как нужно написано. Любовь моя, пусть ты еще не родился, я уже чувствую, что ты рядом. Это просто поразительно. Поверить не могу, как же мне повезло. Год назад все, что у меня было, это талант и амбиции. А теперь, наперекор всем невзгодам, у меня есть карьера. Любящий муж и ты. Я всегда была чужда религии. Наверное, то, что другие ищут в проповеди, я нашла в совершенствовании собственного искусства. Но теперь мне все чудится. Что со мной... Что за мной присматривают высшие силы? Однажды мне сказали, что я ни за что не стану известным музыкантом. Теперь же я выступаю в с концертами на самых престижных сценах страны. И они проходят с аншлагом. А еще говорили, что у меня трудный характер, и что я никогда не найду свою половинку. Не угадали. Наконец-то однажды врач сказал мне, что у меня никогда не будет собственных детей. И вот он, ты, во мне. Наверное, я самая счастливая женщина на свете. Угу. Окей. Отлично. Все лучше и лучше. О, господи, что ж ты хочешь-то, а? Игра, мать твою. Is open. Так, это потайная дверь. И вот мы выбрались снова в то место. Не, ну как это мы провалились, получается, я не могу понять. Каким макаром-то, господи, я ж нихера не видел там. На полу ничего не было. Ой, ладно. Думаю, на вот этой самой веселой нотке мы и закончим. А дальше продолжим. И спасибо за то, что вы смотрели. Увидимся. Всем пока.